Николай стоит около здания Центрального телеграфа Советского Союза. Центральный телеграф облицован гранитом, который Гитлер отправил в эшелоне под Москву в 1941 году. Этот гранит должен был стать основанием памятника победы немцев над Советским Союзом, над Россией. Но наше наступление спутало все карты, и этот эшелон был захвачен советской Красной Армией. Сталин приказал гранитом гитлеровским облицевать здание Центрального телеграфа в назидание потомкам, что никогда не надо приходить с мечом на Россию. А теперь мы видим нашу военную технику. Братушки-болгары, ликуйте, мы с вами. Thank you.